Настойка от миомы матки и кисты. Эта настойка – удивительное средство для женского здоровья. Настойка от миомы и кисты матки делается из кедровых орешков и действительно помогает от этих болезней. Какие нужны ингредиенты для настойки? Кедровые орешки 1 стакан. Брать нужно вместе с кожурой. Пол бутылки водки. Можно взять спирт и развести. Приготовление. Залейте орешки водкой и отправьте в темное место настаиваться. Настаивайте 2 недели. Не забывайте периодически встряхивать бутылку или банку с настойкой. Принимать настойку нужно 3 в день перед едой за полчаса. Каждый раз выпивайте по столовой ложке. Можете развести настойку в небольшом количестве воды. Пить настойку придется не меньше 3 месяцев, а лучше полгода. Итого, вы выпьете около 6 бутылок такой настойки. Но многим помогает уже после 2 или 3 месяца процедуры. После лечения не забудьте о контрольном УЗИ и посмотреть результат лечения. Помните, и киста, и миома могут быть одной из проблем при желании забеременеть. И, кстати, не забудьте подписаться. Будьте здоровы!